Всем привет! Я точно знаю, что сегодня у вас крепатура. И это здорово! Помните, что главный способ решения этой проблемы – это контрастный душ, массаж, горячая ванна и, конечно же, очередная тренировка. Так что, если вы готовы, то мы начинаем! Сегодня у нас с вами очень важное занятие. Мы тренируем руки, грудь и спину. Мужчина с красивыми руками и отличными широкими плечами – мечта любой девушки. Ну а женщина с подтянутыми мышцами в этих зонах сразу же сбрасывает лет 10. Так что, если вы готовы, то мы начинаем. Поехали. Становим все руки на пояс и, как всегда, мы начинаем с разминки. Голова ровно по центру и начинаем с наклона вправо и влево. Вправо и влево. Достаточно выполнить это упражнение несколько раз, чтобы наша шея уже разработалась. За этим мы начинаем работать над руками. Вращаем кисти. Сегодня нам понадобится работа с руками, поэтому мы хорошо-хорошо разминаем верхнюю часть. В обратную сторону. После первой тренировки было тяжело даже просто ребенка поднять на третий этаж. Руки сильно болели, такой крепатуры давно не было. Локти. Поехали. Работаем от себя. Немножечко напоминает бокс, разминку для бокса. И теперь в обратную сторону. Хорошо, становится теплее. Руки в замок, вытягиваем. И вытягиваемся хорошо, хорошо наверх. У кого-то здесь что-то прохрустело. Ничего страшного, если у вас появляется хруст. Если без боли, то все в порядке. Руки опускаем за спину и пытаемся поднять руки как можно выше над спиной. Отлично. Опускаемся вниз, упираемся руками в бедра и разминаем спину. Прогибаемся хорошо в спине и округляемся. Честно говоря, крепатура – это такое страшное дело, потому что даже кружку чая поднять не могу. Болит настолько, что тяжело там ходить. Кто-то звонок на телефон, чтобы поднять телефон, это думаешь, кошмар, как это сделать? Отлично, вдох и выдох. Хорошая команда, мне уже нравится. Ну и немножечко поработаем над ногами. Растяжка сейчас им очень-очень нужна. Ничего себе вы растянутые. Как же мне повезло. Хорошо, в другую сторону. Попружинили и возвращаемся наверх. Хорошо, собираем ноги вместе и мы приступаем к нашей основной тренировке. И я хочу сказать Артему. Артем, ты единственный мужчина, поэтому к тебе будет особое внимание. Я попрошу тебя работать в полную силу и не лениться. Договорились? Конечно. Колени сгибаем, две руки в стороны. Руки жесткие-жесткие. Соедините все пальцы, вытяните руки в стороны. Начинаем вращение назад руками. Жестко-жестко, сильные руки. Мы будем с вами работать достаточно долго. И я хочу, чтобы у вас руки устали. Мы не расслабленно просто мотыляем руками. Мы сильно-сильно работаем. Попробую вокруг моей руки проводить кружок. Работаем, работаем. И в два раза быстрее. Друзья мои, стараемся. У нас с вами зарядка, и мы работаем над собой. Еще, еще, еще. Отлично. Плечи опустить. Хорошо. Артем, интенсивнее. Еще, работаем, работаем. Я смотрю, тебе тепло? Конечно. Хорошо. Начинаем работать в другую сторону. Поехали, вперед. Вращаем руки жестче, жестче. Еще сильные руки. Хочешь красивые руки, работай над ними сильнее. Еще. Продолжаем. Еще 10. 9. Не останавливаемся. 8. Никогда не думала, что элементарное упражнение, вращение руками, но в определенное время, не минуту, а более долгое время, сможет на последних минутах быть таким тяжелым. Еще 2. 1. Есть. Опускаем. Сейчас мы будем прорабатывать мышцы спины. Это именно та зона, которая, как правило, не нравится женщинам. Но, несмотря на то, что мы будем работать без тренажеров, мышцы от этого работают еще лучше. Так что вставайте с диванов и начинайте тренироваться вместе с нами. Опускаемся, колени чуть-чуть согнуты, мы работаем правой рукой, тянем руку назад. Раз, два, еще, три. Чувствуем, как хорошо зажимаются мышцы между лопатками. 5, 6, еще, 7, 8, все вместе, 9, 10, другая рука. И раз, назад, два, еще, три, 4. Наташа, сильнее, лентяйничаешь, еще 5. Когда Анита делает мне замечание, я раздражаюсь. Когда она ко мне подходит, мне хочется сказать: да я знаю, не надо мне это говорить. 3, еще 2, и 2 вместе, поехали. 20, 19, 18, зажимаем, представьте себе, что у каждого мой палец между лопатками, зажмите максимально сильно. Еще, продолжаем, 10. 9, локти выше, 8, 7, зажимаем, 6, 5, 4, устала, 3, 2, еще раз, 1,
Хорошо. Слегка потянулись вперед, округлили спину. Еще раз раскрылись наверх и раскрыли руки в сторону. Отлично потрудились, но дальше будет сложнее. Опускаемся вниз. У нас с вами отжимания. Работаем над мышцами груди. Отжимания любите? Запомните, если вы не любите какое-то упражнение, то именно оно сделает максимальный эффект вашему телу. Хорошо, ставим руки пошире, чем коврик, с двух сторон. Опускаемся так, чтобы от плеча до колена была ровная линия. Сразу попы поопускали. Я знаю все способы, как можно смахлевать, поэтому опустили попу вниз. Если я не разрешу ее поднять. Хорошо. У нас с вами 20 отжиманий. Я знаю, это трудно, но я верю, что вы сможете. Поехали. Раз и вверх. Два и вверх. Отжимания для меня – это сущий ад. Я отжиматься ненавижу вообще. Как говорила Анита, то, что мы ненавидим, нужно делать несколько раз и с усилием, и часто. 9. Артем, если есть желание, то можно с носочков. 10. Нету желания. Есть упорство. 11. 12. Мужчины, помните, когда вы отжимаетесь, у вас вырабатывается тестостерон. Еще. Артем. Отлично. Продолжаем, продолжаем. Еще 3 раза. Поехали. Кстати, во время упражнения отжимания отлично работают мышцы живота. Пресс. Раз и наверх. 2. Есть. Хорошо. Дай 5. Красавчик. Хорошо, идем дальше. Был уставший до ужаса, честно, я даже не почувствовал, там, дал 5, не дал 5, даже не заметил. А сейчас уже вот думаешь, приятно, да, действительно. Пальцы ставим вперед, пятки подтяните к себе поближе, стопа полностью стоит на полу. Хорошо, из этого положения мы поднимаемся наверх, образуем вот такой столик. 3, 2, 1, 20 подъемов наверх. Раз, сели. 2, все вместе, сели. 3, сели. 4, сели выше таз, 5, вниз, 6, вниз, еще, 7, я знаю, что тяжело, вниз, еще, молодец, 8, вниз, продолжаем, 9, 10, еще, 11, отлично, 12, супер. Конечно, поддержка очень нужна, ну, наверное, в семье я менее ее ощущаю. Но вот поддержка там коллектива, я уже ее замечаю, там поддержка тренера, ну, это дает такой стимул, чтобы стараться еще больше, еще. 18, Вика, отлично. 19, еще раз. Стоп! Держим, держим, держим сверху. Задержались. Оксана, задержались. Стоим, все ждем, пока Оксана поднимется и сделает 3 счета. Вы вместе с нами. Артем, поднялись. И держим. 3, 2, 1. Супер. Опускаемся. Сейчас мое тело не очень меня слушается. Выносливость где-то осталась в школе спать. Вот, но я пытаюсь ее вернуть обратно. Хорошо, у нас с вами остается последнее упражнение. Упражнение называется «Лодочка». Оно знакомо всем со школы, но оно очень эффективное. Если у вас болит спина и слабые мышцы поясницы, то оно именно для вас. Поехали, опускаемся вниз, ложимся, мы складываем руки под подбородок. Ноги у нас будут находиться на полу, на ширине плеч. И мы с вами поднимаемся, только верхняя часть поднимается высоко над полом. Грудь полностью поднимается над полом. И опускаемся вниз, выдох. Наверх, вдох. И вниз, выдох. Раз, и выдох. Два, и выдох. Наташа, хорошо. 3, супер. 4. Выполняем еще. 5, выдох. 4. Выдох вниз. 3. Еще. 2. Последний раз. Стоп. И задерживаемся сверху. Задержались и максимально высоко поднялись. Еще, 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 еще выше. Еще выше можете. Анита подходит. Давай, давай. Я не могу. У меня ничего не получается. Мне больно это делать. Она очень такая закрытая, неуверенная в себе. У меня такое ощущение, что вот если с ней внезапно заговариваешь, для нее это как удар. Просто, то есть для нее это настоящий шок. И вот когда я смотрю на нее, я вспоминаю себя там, в 13 лет. Я не была до такой степени внешне закомплексована, но внутренне я себя чувствовала именно вот так, как Наташа. Держим. 5, 4. Выше поднимаемся, выше, 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 выше. Не жалеем себя. 3, 2, еще чуть выше. 1. И опускаемся вниз.
Хорошо. Отталкиваемся руками от пола, и после того, как мы проработали мышцы, необходимо их растянуть. Оттягиваемся назад и садимся на пятки. Тянемся назад. У нас хорошо в этом упражнении растягиваются мышцы спины и поясницы. И не забудьте бросить голову вниз. Очень важно, чтобы у нас растянулась шея. Мне кажется, тренировка была, можно сравнить было с тем, как там примерно 15 километров пробежать. Раскручиваемся круглой спиной полностью. Хорошо. И садимся лицом вперед. Две руки в стороны. Направляем большие пальцы назад и хорошо-хорошо вытягиваемся руками назад. Растягиваем грудные мышцы, которые работали у нас во время упражнения отжимания. Округляемся вперед. Круглая спина, подбородок хорошо прижимаем к себе и растягиваем верхнюю часть спины. У каждого победа своя. Ну, смотрите, я думаю так, что если я выиграю проект, то я выиграю сразу не только проект, но и как минимум шанс пригласить Аниту на свидание. Кто не рискует, тот не ходит на свидание. Хорошо, раскрываемся еще раз назад и опускаем руки вниз.